Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Вора. Итак, мы с вами в прошлой серии закончили обыск первого этажа, вот. И, наверное, отправимся, я так подумал, наверное, отправимся сначала на второй этаж, потому что, ну, вот лестница у нас тут перед носом, короче, поэтому отправимся на второй этаж, а потом уже отправимся в подвал. Что-то мне такое подсказывает, что через подвал мы сможем выбраться наружу. Но, в принципе, можем и через главный вход. Как бы это... Выход мы найдем без проблем. Открой ты дверь-то, ёпти. Окей. Какая-то странная комната. Так, ладно. Посмотрим вот это вот. Опачки. А ты как, ты залезешь, нет? Город, ёпти. В смысле, ты можешь залезть, нет? Во. Смотри, здесь, короче, какая-то комната. С ящичком. Вон там я вижу вазу. Так, здесь что? Неплохо, мешочек. По заданиям у нас всего лишь выполнено только то, что мы обнаружили, короче, место. Пока мы еще ничего с вами такого не выполнили. Нам еще, смотри, тут нужно найти этот... Погоди-ка. Серебряную кочергу какую-то нужно найти еще. Так. Бляха, ходов-то смотри сколько. Ой. А вот и серебряная кочерга, походу. Нормально, я только, короче, о ней вспомнил и сразу нашли. Окей. Вот везуха, да? Вот везуха. Так, погоди. Ну-ка. А здесь что тогда? А, здесь ничего. Так. Ну-ка, сейчас мы, чтобы выбраться отсюда, потушим. О! Тут я удачно зашел. Так, ну я на втором этаже, получается. Да, я на втором этаже. Ни хрена здесь. Да этот Рамирес Бухарик, походу. Так, папирус. Ну-ка. Папирус. Инспектор Д. Наван. С неудовольствием должен отметить, что опять одного из моих парней забрали в Краксклифт. Позвольте напомнить вам о существенных пожертвованиях, которые я сделал вашему ведомству для того, чтобы я мог заниматься бизнесом, не подвигаясь необоснованным проверкам. Позвольте также напомнить о трагической смерти вашего предшественника Реки. Или Реки? Реки, наверное. А, Реки. Реки так опасны в это время года. Я надеюсь, вы прислушаетесь к моим словам. Если разобраться с молотами, вашим полицейским уже не под силу. Надеюсь, вы сообщите мне об этом, Рамирес. Я думал, короче, Реки — это, короче, имя предшественника. А здесь я ничего не заметил, точку. Ну ладно. Окей. Так, это я это заберу. Погоди, нет больше ничего. Окей, надо, короче, тут смотреть все так внимательно. Вдруг что лежит. Так, это... Это по-любому сигнализация. Окей. Так, заперто. По-любасу что-то лежит. Так, нет. Так, вторая отмычка. Ништяк. Ключ от подвала. Нормуль. Хотя у нас он уже был. Хотя он у нас уже был. Так. Ну, скорее всего, в этих плакатах, поза этими плакатами больше ничего нет. Потому что, я думаю, не может быть, что подряд столько секретов. Окей. Все. Больше ничего нет. Ничего не лежит нигде.
на полу тут. Вдруг завалялось какое-то колечко. Так, ладно. Это что за комната? Бляха, это столько пустых, знаешь, комнат, и они вообще непонятно для чего, для кого. Так, здесь закрыто. Ага, мы сюда залазили, короче, через... Помните, да? Окей, оставляем открытой. Ух ты, вот это ванна! Вот это да! Можно я поплескаюсь? Так. Он реально бухарик, смотри. Кругом одни. Одни бутылки лежат. С дорогим вином. Окей. Так, где у нас что? У нас здесь, да, закрытая дверь. Так, где моя отмычка? А может и ключ какой-нибудь подойдет? Так, вот это все сожрать надо. Погоди. Во, жизни прибавляются, а то в прошлый раз что-то нифига не прибавлялось. Так, закрыто. Так, закрыто. Так, закрыто. Ну ладно. Погнали отмычками вскрывать. Ништяк. Так. Окей. Бляха, тут ходов-то целая куча. Считает деньги, значит он в подвале. Рамирес находится в подвале. Так, погоди, погоди, погоди. Чел. Что-то за шум? Тихо. Разорались тут. Разорались. Так, погоди, надо куда-то их заныкать. Ну, вот здесь вроде тень. Раз. Нароком еще охрана пойдет. Я думаю, на втором этаже это по-любому охрана есть. Не все же на первом этаже тусовались. Окей, так. Что у нас здесь? Ключник куда-то по низу доходит. Так, понятно. Надо, короче, начинать по порядку, я думаю. Я оттуда вышел, ну и погнали. Бляха, закрыто. Так, ключ не подходит, ни один. Я думаю, бессмысленно ключами пользоваться. Будем отмычки сразу использовать. Так, это хорошо. Ну, такими темпами мы наберем с вами два косаря. Как нефиг. Нас еще ждет в подвале. Пусто, что ли? Нас еще ждет в подвале, судя по слухам, куча золота. Так, ладно. Где у меня отмычка? Интересно, а есть вот какой-нибудь опыт дается, нет, за отмычки-то? Ну, то, что я взламываю, нет. Обычно в играх какой-то опыт там дают. Типа ты когда взламываешь. Ну, как обычно. Fallout. Так, что здесь? С картиной ничего, да? Ух ты, колечко какое. Лорд Рамирес. Армированные стены и стальная дверь были должным образом установлены в вашей бухгалтерии, но должен предупредить вас, что мы не даем на них гарантию в случае подкопа буриков.
Если вы не переместите этих созданий из подвала в более удаленное место, мы отказываемся нести ответственность за возможные убытки. Тол, Камрик и сыновья. Бурики. Так он что, буриков что ли разводит или что? У него в подвале бурики? Это про них он говорит, типа эти монстры или там, чудовища там. Бурики? Да ладно. Я-то думал. Так, погоди, здесь я был, да уж? Ага. Отлично. Так, это что у нас? Это у нас главный вход. Окей. Ну, погнали дальше по порядку. Что у нас есть здесь что? Ящичек закрытый. Мы, кстати, уже почти набрали 2000. Полностью открыл. Зелье скорости. Хрена оно мне. Так. Стопе. Обратно там в коридор. А это что? Ага, это вниз по-любому. Ну, на первый этаж. Погнали. Так. Библиотека. Здесь же какой-то потайной ход, да, был в библиотеке? Вот. Ага. Здесь ничего нет. Никаких там кнопок. Заперто. А, это опять на улицу. Понятно. Здесь делать нечего, в принципе. Так, там наверху ничего нет. Ничего нет, так. Ух ты! Смотри, еще наверх, еще выше. Ну-ка взглянем. Второй этаж библиотеки. Нормуль. Опа, книжки. Там ящик еще какой-то. Так, господин Вринт. По поводу нашего с вами прошлого разговора о незадействованных источниках. Можете ли вы припомнить, ходил ли кто-нибудь в огороженную часть старого квартала? Ну да, идет болтовня об ожившем зле, но вы же знаете этих молотов. 10 к 1, там есть все виды собственности и никаких наследников на нее. Только подбирая, и не надо даже платить за то, чтобы представители закона смотрели в другую сторону. В любом случае, не стоит с этим торопиться. Лучше исследовать все в тайне от других, чем гневить молотов или допустить, чтобы об этом прознали Рапута или Вебстер Рамирес. Так. Господин Рамирес, прошу вашего внимания. Хотя, как вы и сказали, имеет место безусловное нарушение работы заведения Дрэгбоуна. Мои подчиненные сообщили мне, что произошло это из-за появления среди посетителей патрулей молотов. И мой непосредственный ревизор в Дрэгбоуне, Джинни, был не в состоянии решить эту проблему. Если это будет расценено как серьезный срыв, я, с сожалением, должен настаивать, что нарушение произошло по вине Джинни, а вовсе не по моей. Конечно, я с удовольствием представлю все бухгалтерские книги для проверки. Лорд Баффорд. Опа. Лорд Баффорд, значит, контачит с этим Рамирезом, прикинь. Они тут, походу, все заодно. Так, 1705 у нас накопилось. Нам осталось совсем чуть-чуть. В принципе, без проблем наберем, я думаю. Так. Если я вот сюда спрыгну. В принципе, мне это ничего не даст. Окей. Так.
Где мы еще не были? Мы не были так, сюда. О-о-о-о-о! Да я говорю, тут бухарик живет. Ты посмотри. Ништяк. Так, 20 монет мне всего осталось, чтобы выполнить задание. Здесь ничего нет. Мы по-любому сейчас что-нибудь найдем. Так. Здесь мы все осмотрели. А, ну в принципе, вот и весь второй этаж. Можно спускаться в подвал, как бы. Да, что у нас там по заданиям? А, так, его денежки, да, надо стащить. 2000 и выбраться из поместья. Никого не убивать. Ну, никого не убивали. Окей. Погнали. Погнали. Подвал. Искать подвал. Так. Где-то у нас... Не помню. Вот здесь, да, по-моему? Да. Это Гаррет топает или кто-то здесь есть из стражников? Эх, там ходы, смотри, сука. Всякого. Да, если что, можно спрятать оглушенное тело. Да и сюда можно, в принципе. Нечто. Сюда можно. Блях, столько тупиков. Мне кажется, это специально сделано, чтобы, если что, вор там, знаешь, будет убегать и заблудился. Так, это кто? Да на тебе. Роняет тут еще. Так, а чего я там взял ключ? Я что-то не понял. Так, погоди, откуда здесь чел? Так. Бутылочка. Так, а что я за ключ-то взял? Ключ от зала, от подвала. Так. Батон сожрем. Непонятно, чего ключ взял, короче. Помните, да, там написано было то, что Рамирес звонит в колокольчик. Ему несут еду. В принципе, надо было, я думаю, не оглушать этого чувака, а проследить. Он бы привел нас к Рамирезу, наверное. Ну ладно, так сами найдем, я думаю. Ничего сложного. В принципе. Я не думаю, что здесь настолько все запутано. В принципе, у нас сейчас, да, одна дорога осталась. Вот сюда. Ну вот еще поворотик какой-то. Вот стопудово, вон там железная дверь и там Рамирес. Вот стопудово, я тебе говорю. Так, а это что? Полки все пустые. Вот я тебе говорю, одна дорога. Все равно нас все равно выведет туда, куда нам надо. Так что беспокоиться не стоит. Так. Вот здесь у нас охранники, наверное, ходят, да?
Поэтому надо действовать, знаешь как? Действовать вот так. У нас 5 стрел. Ло. Там тоже хлоп. Вот там. Эй! В смысле? Не волнуйся. Она. Тихо. Ну давай же, давай. Да, падай ты, падай, падай. Короче. Да как так-то, ёпте? Я сохранился, короче, не вовремя. Ну ладно. Будем ждать. Будем пережидать. Так, а у меня, погоди, у меня есть же это. Я же взял, по-моему, эту вспышку, нет? Или я все истратил? Бляха, я все истратил, походу. Еще в прошлой серии. Я думал, в этой серии-то я взял тоже. Все, успокоились. Быстро там. Тихо там. Так. Бляха, застрял, ну ёпте! Воу-воу-воу. Бурики! Потом сюда придем. Тихо. Так, зелье, скорости. Вот оно и пригодилось, скорее всего, да? Как ты, собака? Так, у меня кончилось зелье скорости, да? Бляха, ссатая дверь, а! Вот как теперь? Нет, с этим он так же бегает, так и бегал. Думал, может, побыстрее будет. Так, короче, я бегу сюда. Бляха! Утырок. Так, ладно, нахер. Комплете? Это что, Рамирес был? Нормально.